В прошлом году Юлия Пересильд объявила о разрыве с Алексеем Учителем. Больше о личной жизни звезда не распространялась. Однако сегодня актриса показала на мероприятии нового избранника. Сегодня в Москве прошла премия ОК Awards, где собрались российские селебрити. Не пропустила события и Юлия Пересильд. 38-летняя актриса привлекла к себе всеобщее внимание, потому что появилась не одна. Рядом с ней был замечен спутник, им оказался бывший актер Гоголь-центра Михаил Тройник. Некоторые из известных работ артиста – это сериалы «Чики» и «Мед». Многим стало понятно, что между Михаилом и Юлей не только рабочие отношения, из-за того, что они постоянно держали за руки. Влюбленные с радостью позировали фотографам, но о романе предпочли не говорить. К слову, Пересильд и ранее не любила говорить о браке с Алексеем Учителем. Звезда долгое время скрывала, что режиссер на самом деле отец ее дочери Анны и Марии. Их младшая дочь, к слову, продолжает семейное дело. Мария снималась в фильме «Отца» Сой. Режиссер подчеркнул, что девочка попала на съемки на общих основаниях. «Да, это моя дочь. Сколько ни говорю, что она попала не по блату. Все равно не верят», — говорил он в шоу «Час пик» на YouTube-канале RTVI.